Всем привет! Вы на канале Автозвук UA, и сегодня у нас на обзоре радар-детектор Whistler XTR-430, который работает как с доплеровскими, так и с лазерными радарами, обнаруживая их в радиусе 360 градусов. Имеет функцию не обнаружения, функцию антисон и даже голубые проблесковые маячки. Также девайс может пилинговать сигналы от радаров, работающих в импульсном режиме, и получать информацию от системы безопасности дорожного движения SWS. Но для нашей страны это абсолютно не актуально. Для нашей страны более актуален лазерный режим и возможность работать с диапазонами X, K и KA. Хотя в этих диапазонах чаще всего и происходят ложные срабатывания, так как в этих диапазонах работают раздвижные двери разных супермаркетов и заправок, а также могут создавать помехи более старые версии радар-детекторов. Поэтому я предпочитаю отключать эти диапазоны или снижать чувствительность в данных диапазонах, например, с помощью выбора одного из режимов чувствительности. В данном случае есть 4 режима чувствительности: трасса, город 1, город 2 и город 3. В режиме трасса чувствительность во всех диапазонах максимальная, а при выборе режима город 1, город 2 или город 3 чувствительность постепенно снижается. Не меняется чувствительность только для лазерного диапазона. Но перед выбором режима чувствительности девайс, конечно же, нужно установить в автомобиль. Это можно сделать с помощью одежной липучки с двухсторонним скотчем и прикрепить устройство прямо на торпеду, либо с помощью блока с вакуумными присосками. Дополнительно радар-детектор комплектуется зарядкой в прикуриватель. При включении на дисплее радар-детектора отображается информация о различных режимах, а также происходит своего рода тестирование устройства. Дисплей здесь уже имеет строчную структуру, в отличие от более бюджетных версий, где используются светодиоды. На дисплее сразу отображается диапазон, в котором происходит сработка, и уровень мощности сигнала. В данном случае радар-детектор реагирует на раздвижную дверь нашего магазина. Для каждого диапазона предусмотрен свой звуковой сигнал. Также дополнительно звуковые оповещения сопровождаются двумя синими проблесковыми маячками. По мнению компании Whistler, это улучшает визуальную ориентацию водителя о том, что сработал какой-то из диапазонов и нужно принять меры по снижению скорости или даже остановке. На верхней крышке радар-детектора присутствуют 4 кнопки. Кнопка City позволяет выбрать режим трассы либо один из 3 режимов города. Кнопка меню, соответственно, вход в меню и отключение каких-то функций, например, функции необнаружения. Кнопка Dark – это изменение яркости дисплея либо полное отключение дисплея. Кнопка Quiet выполняет двойную функцию. При срабатывании радар-детектора нажатие этой кнопки на 20 секунд отключает звуковой сигнал, и в дальнейшем звуковые оповещения происходят в виде двух коротких сигналов, то есть постоянного сигнала не будет. Если нажать эту кнопку до сработки, включается функция автоматического приглушения громкости, то есть спустя несколько секунд после получение сигнала от полицейского радара, устройство автоматически снижает громкость с максимальной до минимальной, чтобы не раздражать водителя. Режим автоматического снижения громкости актуален для всех режимов, кроме лазерного. В лазерном режиме всегда максимальная громкость, так как современные радары работают именно в этом диапазоне, ну и здесь ложных срабатываний быть не может, поэтому водитель всегда должен быть максимально осведомлен и оповещен. Например, сейчас я направляю лазерный луч с тыльной стороны радар-детектора, как будто полицейский с лазерным радаром находится за автомобилем. Теперь попробуем сбоку, все работает. С фасада, скажем так, также улавливается луч, и еще с одной стороны здесь лазерный луч улавливается хуже. Но в целом работа на 360 градусов, можно сказать, подтверждается. Но с лазерными полицейскими радарами есть еще небольшой нюанс. На небольшой дистанции 100-200-300 метров, а именно на этой дистанции возможна фото-видеофиксация вашего автомобиля, пятно лазерного луча имеет минимальный диаметр, а соответственно вероятность попадания луча на корпус радар-детектора минимальная. Но при увеличении дистанции есть шанс того, что устройство предупредит вас заранее и сэкономит ваши деньги. На этом, как обычно, все. Свои возражения и пожелания обязательно пишите в комментариях, но перед этим ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.